কায়েনবাচা মনসৈন্দ্রিয়ৈর্বা বোধবাত্মনা বা অনুসৃত স্বভাবাৎ করোতি যদ যদ সকলম পরস্মৈ নারায়ণেতি সমর্পয়েতঃ। কায়েন বাচা মনসৈন্দ্রিয়ৈর্বা বোধবাত্মনা বা অনুসৃত স্বভাবাৎ করোতি যদ যদ সকলম পরস্মৈ নারায়ণেতি সমর্পয়েতঃ। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ টোল Гаудия Гуштипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что указание Махапрабху – это проповедовать его послание, вещать его послание, чтобы обычные люди могли обрести возможность избавиться от майи и обрести этот нектар и достичь вечного мира и обрести служение в нем. Это наставление, это приказ Шрилы Прабхупады. Какие-то люди, какие-то преданные могут пытаться доказать, что мы великие преданные, поскольку мы не говорим ничего, просто повторяем харинам в каком-то уединенном месте и все. Но на самом деле Махапрабху, он дал указание проповедовать, вещать его учение, но не просто говорить, а еще следовать тому, что мы говорим. Те, кто хотят показать, что они великие вайшнавы, что они никуда не ездят, никому ничего не говорят, никого не беспокоят своими словами. И такие люди хотят показать другим, что они великие вайшнавы, поскольку они ничего против кого-либо не говорят, но Шрила Прабхупад говорит, что это один из видов наслаждений, те, кто хотят просто жить какой-то спокойной жизнью, чтобы его никто не беспокоил. И Шрила Прабхупад говорит, что это одно из вожделений, это зовется пассивным вожделением. Есть активное вожделение и пассивное. Мы должны понять, пассивное вожделение, оно более опасно, чем активное вожделение. По крайней мере, люди поймут, что у нас какое-то вожделение, оно опасно, и нас как-то остерегаться будут. А если мы... Конечно, если какие-то возвышенные души, они могут спасти таких людей, которые больны таким активным вожделением. И еще Шрила Прабхупад говорит, что те... Шрила Прабхупад говорит, что некоторые люди хотят принимать остатки пищи тех людей, которые больны пассивным вожделением, но это опасно. Даже если они будут принимать остатки вашей пищи, это и то опасно для вас. И вот Шриман Махапрабху говорил, что нужно проповедовать его послание в каждом городе и деревне. Пытайтесь показать ваше настоящее поведение, настоящий характер. Пытайтесь стать гуру. Первая ваша обязанность – это возвыситься на уровень гуру. И тогда, будучи на том уровне, можно служить Гурудеву. И каково же служение Гурудеву? Готовить какие-то овощи, лепешки или еще что-то, стирать одежду. Да, это тоже служение. Но такое служение, обычные люди думают, что это достаточно. Но если мы возносим молитву Гурудеву, то вот в некоторых молитвах, в частности в этой, говорятся такие слова, как Шрила Прабхупад, он никогда не готовил ничего для Шрилы Гуркишвардас Бабаджи Махараджа. Он сам как-то жил без этого. И вот Шрила Прабхупад, он не готовил, не стирал ничего для Бабаджи Махараджа, но Бабаджи Махарадж думает, что он лучший из его слуг.
он называл его Амар Прабху, он не называл его своим учеником, а называл своим гуру, и почему, и как. И в этом и сокровенный смысл баджана, который мы должны понять. Те, кто думает, что если они никого не беспокоят, ничего не говорят, только повторяют харинам, какие-то преданные только вот так повторяют харинам, ничего не просят, не проповедуют никак. И такие преданные иногда хотят показать, что они великие вайшнавы, просто повторяют харинам и больше ничего не делают. И вот такие люди думают, что просто повторить харинам достаточно, но Шрила Прабхупад говорит, что ваш харинам И вот Шрила Прабхупад говорит в этой книге, кто есть вайшнав. Там можно найти, что Шрила Прабхупад говорит. Обрести, чтобы обрести пратиштху, некоторые уединяются в какой-то пещере. И такие люди, повторяя харинам, это для них харинам — это средство сбора денег и славы. И ничего иного. Мы должны помнить Прахлада Махараджа. Прахлад Махарадж, он говорит перед Нарисимхадевой: «О Прабху, я не настолько эгоистичен, как ты думаешь. Если ты хочешь даровать мне милость, ты должен даровать милость тем детям демонов, поскольку они беспомощны. И ты единственный источник, откуда они могут обрести какую-то милость, Крипу. Я уже обрел милость от народа. И если ты хочешь даровать милость мне, ты должен благословить их, этих детей демонов, которые попали в эту раджа-тамагуну. Они всегда страдают и не знают, что же им делать, куда идти. И поэтому Прахлад Махарадж, он плачет, говоря это. И что же он говорит? И вот они, эти обусловленные души, они скитаются по 14 мирам и рождаются и умирают снова и снова. И поэтому Верховный Господь, он организовал Гуру и Вайшнавов, послал своих спутников в форме Гуру и Вайшнавов и других личных спутников, чтобы они спасли обычных людей. И такую возможность мы обретаем, но мы настолько глупы, что иногда теряем эту драгоценную возможность. Если мы потеряем это, я сидя в Ясаса не говорю, это великая беда, и неизвестно, когда такая возможность появится опять. Это редчайшая возможность, вы должны использовать ее и не пытаться терять время. Мы должны совершать баджан и сила Наутам Такура Махасуи. Кто-то может сказать, что Наутам Такура, он ходил тут и здесь, проповедовал как-то, что ему, что толку. Его Гурудев Локонат Госвами просто сидел, совершал свой баджан и никуда не перемещался. Я уже сказал, это не тот случай, который в нашем случае может быть, когда они все вечные спутники, но все же какие-то из них, они по указанию Гуру Вайшнавов, они проповедуют, как это из нашей Гуварги, как Гуру Кешвадас Бабаджи Махарадж, они тоже проповедуют Трупы и Санатана. Разве они не проповедовали, если бы Санатана и Рупа Госвами они не проповедовали? Если Рагунат Дас Гасай он не проповедовал и Джива Госвами, то как возможно, что все во всем мире знают их имена?
но их путь проповеди был иной. Может, они не путешествуют там и здесь, но их милость, она проливается на всех через гуру вайшнавов, их писания, через их книги, их поэзию. Их милость так распространяется. И таким образом даже Санатана Госвами, он даже не хотел каждый день ходить, чтобы просить подаяния, когда Санатана... Когда Санатане дали какую-то муку, он... как-то делал шарики какие-то, пёк в костре, и это ел даже. А потом это Кришне предлагал, а Кришна сказал, что ты так просто готовишь, хотя бы соли бы добавил. А Санатан сказал Кришне, что если надо, иди сам организуй соли для себя. Поскольку такие великие преданные, они поглощены в свои харибаджаны, им некогда отвлекаться даже на еду. И вот кто-то из них совершал баджан, Лакханат Госвами также проповедовал. Ачаран – это… Гурупад Падма уже говорил, если у нас идеальный характер. Гурудев сказал мне, что тебе не нужно никуда ездить, пускай другие ездят. Если у тебя есть идеальный характер, идеальный ачарон, если ты всем сердцем предался Господу, то будь уверен, проповедь, она автоматически произойдет. Я не говорю, что вся наша гурага совершает ошибки. Нет, это наставление Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад, он давал кому-то указание куда-то ехать и проповедовать, но суть в том, что кто-то говорит, что Лаканат Госвами Пад совершал баджан в уединенном месте и на этом таку. Он путешествовал по многим местам и проповедовал, но они должны понять, что согласно наставлениям Верховного Господа, его вечные спутники, они снизошли в этот мир, и кто-то, как Харидас Тхакур, просто повторяет Харинам, как Санатана Госвами сказал, что ты не проповедуешь нигде, но я знаю, ты лучший из проповедников, поскольку вот согласно этой шлоке, Achar Pochar Namer Karaho Dikar Jo Tumi Sarva Guru Tumi Jagatir Arjo. Ivar Tokmos Acharya. Что ты лучше из Ачарьев. У тебя огромная вера в святое имя, и это покажет всему миру, кто есть Ачарья. И сейчас можно... Если у какого-то Ачарьи нету на маништи, как можно его называть Ачарьей? Один из признаков Ачарьи, то, что он полностью погружен в воспевание святых имен, и он Ачарья. Сабде Пареча Нишнатам, not that only he is going to remember all scriptural analysis, but he is also having direct realization about the Supreme Lord regarding his direct seva, like Prabhupada. Ачарья, он не только должен помнить, быть сведущим в Писаниях, но и осознать это в своей жизни. Из сердец чистых преданных, он нектар, он... приполняет их сердца и капает снаружи. И если мы, у нас есть емкость для сбора этого нектара, тогда мы сможем получить каплю этого нектара от чистых преданных. И вот Нарутам Такур не нарушал наставление Лаканата Госвами. Если я буду говорить об этом, это бесконечная тема, но сегодня нужно задеть несколько важных тем. И вот Нарутам Такур принял прибежище у лотосных стоп Лаканатха Госвами по указанию Джива Госвами. Но как он принял прибежище, поскольку они не Нишкинчан Вайшнавы, они сами о себе думают, что они не ученики, и как они могут
давать посвящение кому-то, они настолько смиренные, нишкинченные. Но Наватамтаку, он решил, что я приму посвящение у вас. Я приму посвящение любой ценой. И таким образом Наватамтаку через свое служение, благодаря служению Верховный Господь, Он может быть доволен нами. Через служение можем делать все, что мы пожелаем. Что это значит, если мы хотим достичь вечного мира или обрести вечное служение Гуру и Вайшнавам? Все мы это можем сделать через нашу севу, наше служение. Если у нас нет ума, настроения, служения, то тогда наш баджан неудачен. Гокишодас, Бабаджи Махарадж, Локанат Госвами, они все. Харидас Такур, они все совершали Харинам, служение Харинаму, но через это служение Харинаму их вся остальная сева была идеально исполнена, поскольку через служение Харинаму, если мы возвысимся на тот уровень, чтобы по-настоящему воспевать настоящий Харинам, то все другое служение с помощью воспевания этого Харинама может быть исполнено. Харинам, он полон. Через Харинам можно служить всем вечным спутникам Господа, нами, даме и все остальное, все служение через Харинам может быть исполнено. Но если мы возвысились до того уровня, чтобы воспевать святые имена без всяких оскорблений и всех прочих недостатков. А если настоящий нам не явился на наших устах, то это невозможно. Мы должны следовать тем наставлениям, которые описаны в Хари Бхакти Вилас, согласно нашему уровню. И если времени будет достаточно, во времени Гуру Пурнима Махарадж сможет обсудить это, о том, как Шри Чайтанья Махапрабху был Кулин Грам Васи какой-то. Он три года подряд спрашивал один и тот же вопрос. Но Махапрабху, когда отвечал на этот вопрос, а вот вопрос был в том, кто такой Вайшнав, и Махапрабху отвечал: если ты увидишь, у кого на устах танцует Харинам, то он и есть настоящий Вайшнав. И потом Махапрабху по-другому уже ответил на этот вопрос. Если ты посмотришь на кого-то, как ты поймешь? Если ты посмотришь на Вайшнава, то ты почувствуешь некое чувство, какая-то реакция в твоем сердце, подобно тому, что ты хочешь воспевать Харинам, и будь уверен, что он Бхагавад Уттам Вайшнав, тот, в виде которого нам хочется воспевать святое имя. И вот такие... И вот Махапрабху отвечал так по-разному. И вот когда Махапрабху сказал, что будь уверен, что он Вайшнав, тот, на чьем языке танцует Кришна нам, и что он имел в виду, Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакур говорит, что Бхактивинода Тхакур, он говорит, если чистое святое имя прикоснется к твоему языку, то тогда... То есть Махарадж говорит, что иногда люди повторяют Харинам вроде, а сами думают о каких-то материальных выгодах и потерях. Но это не то, как нужно повторять Харинам. Махарадж приводит пример, какие-то птицы могут очень высоко летать, но несмотря на то, что они высоко летают, они питаются падалью и ищут, где же эта падаль. И такое же состояние некоторых людей.
И суть в том, что тот, кто возвышенный, и тот, кто не возвышенный, кто ачарья, а кто нет, все мы должны понять. Иначе во всем обществе беспокойства могут быть относительно чистого даршана, чистого бхакти. Мы должны понять признаки вайшнава, признаки харикатхи и прочего. Сюда определенного уровня, если мы не поймем, то тогда мы можем потерять. И вот таким образом, что Махапрабху хотел сказать, если один харинам прикоснется, явится на нашем языке, это нечто великое. И поэтому я сказал что-то шлока. И вот один харинам, если он прикоснется к явится на нашем языке, то мы очень удачливы. И вот таким образом, те, кто воспевают святые, чистые святые имена, как Лакханат Госвами, никоим образом не обманщики, но что говорит Шрила Прабхупада, кто такой вайшнав. И вот когда харинам явится, будет танцевать на нашем языке, то тогда это возможно для нас совершать уединенный баджан. И вот харинам и харикиртан, они могут явиться в нашем сердце, и лила Господа, она тоже явится. И когда это произойдет, тогда только у нас будет право совершать уединенный баджан. И наши ачари, как Шрила Прабхупад, например, он мог совершать уединенный баджан и широко проповедовать. Это одновременно происходило. И не все могут понять, как это возможно. А для него это было возможно. Внутри своего сердца, если внутри нашего сердца нет никакого места, никаким материальным вещам, это зовется нирджан. Все спутники Шримана Махапрабху, Харикатха и Харикиртан, если они полностью захватят наше сердце, не будет никакого место для ничего скверного, это зовется нирджан. И поэтому для такого нирджан баджан мог быть возможен для Лаканатха Госвами, для Харидаса Такура и для Бхактивинода Такура. Но все же нирджан баджан, он возможен был для Шрилы Прабхупады. И поэтому Шрила Прабхупад, он повторил 100 раз по 10 миллионов святых имен. Но Шрила Прабхупад, он там повторял настоящий харинам непрерывно под руководством Харидаса Такура. Он сидел и повторял харинам, сам готовил, ел с пола, такой у него обед был. This way, Prabhupada bring, giving all blood, whole life, whole leela. Even Prabhupada when doing. Даже Шрила Прабхупад, когда он объяснял вот эту шлоку, Джанма, вот из Шримад Бхагавата, в течение месяца. И он повторил харинам также, и как это успевал все делать, мы не можем понять, а для него это было все возможно. И вот Наутам Таку, он ultimately Наутама Такур
И вот Наротам Такур, Шринивас Ачарья и Шимананда Прабху, они все пришли во Вриндаван, чтобы учиться у Джива Госвами Пада, и было указание Джива Госвами Пада идти, разделиться и проповедовать по различным местам, особенно в Бенгале. Бенгал — это такая плодородная земля, и ученые говорят, что если кто-то родится на берегу Ганги, он очень разумен для политических каких-то действий, для баджана, для науки. Это такая плодородная земля. И вот Джива Госвами Пад говорит, идите в Бенгал и проповедуйте сначала там, и они после... И вот они решили совершать баджан во Вриндаван, но Гурудев им сказал идти проповедовать. И, естественно, не вынуждены были идти проповедовать. Там много вещей по дороге случилось, я не буду говорить об этом просто. Кратко скажу, и вот Шивананда Прабху пошел в Орису через Миднапур. Шринивас Ачарья, Ранхадеш, Банкура, Бирбхум, в тот район. Наротам в восточном Бенгале, на востоке, это Бангладеш, Манипур, Трипура и та область. И как они проповедовали, они очень уникальным образом. Вы не можете понять, как, поскольку они обрели милость своего Гурудева. Я, если мы по своему желанию поедем в какую-нибудь Америку проповедовать, то что толку? К Гурудеву приходили люди, спросили просить благословения на проповедь за границей. Он спрашивал, зачем они туда едут и что будут там делать. И вот Шрила Прабхупад говорит, если у вас есть настоящий ачарон, настоящая ништха, вера, непоколебимая вера в лотосные стопы Гуранги, то проповедь, она автоматически произойдет. Но для быстрой проповеди Шрила Прабхупад посылал своих спутников в различные места. Но какие-то люди могут что-то неправильно понять, поскольку через Наротам Такур, через свое служение, он смог получить посвящение у Лаканатха Госвами. А как это получилось? Вот Лаканатха, он ходил в туалет в какое-то место, и Наротам Такур, он там убирался. Почему здесь? Вот он говорит, за что он убирал то за Гурудевом, поскольку а до Гуру Падашрой он уже принял Гурудева сердцем, а просто ждал, когда он получит дикшу от него. И вот Лаканат смотрел, что там убирают, и вот решил спрятаться и посмотреть, кто это делает. И вот он увидел, что Наротам Такур, он убирал там все. Он происходил с очень богатой царской семьи. Но он занимался таким простым служением уборщика. И вот однажды Лаканат Госвами, он так спрятался, посмотри, кто же это делает. Он увидел, обнял его и вынужден был дать Харинам дикшу Наротаму. И таким образом он получил посвящение, вы уже знаете. Лаканат Госвами, он совершал баджан где? В Кадирване, где-то там. Раджа Васи попросили его, о, баба, вот в баджан-кутире хотя бы живите. Он сказал, нет, он
у него был какой-то мешок, он божества в мешке хранил, когда нужно было арати провести, он их вытаскивал, поклонялся, потом опять прятал в мешок. Бражаваси просили, чтобы он баджан-кудир какой-то принял, чтобы его эти звери не съели. И вот он вынужден был какой-то принять от них баджан-кутир, и народ там так он начал служить своему Гурудеву. Однажды он пошел на... И вот однажды Наутам Такур хотел дать какое-то пожертвование какому-то нищему, какие-то чапати. Он увидел это, и ты тут пожертвование раздаю всем, поэтому давай уходи отсюда. Я не могу позволить, чтобы этот жил. И многие подумали, что Гурудев выгнал его. Но они не понимали, что какая-то сокровенная причина стоит за этим. Почему Локанат Госвами, он сказал, что мы, те, кто просят милостыню и... Вот Локанат Госвами, он хотел дать ему такой урок, что народом так, если не, а если он, то есть если он будет оставаться в своем баджан-кутире и совершать уединенный баджан, то кто же будет проповедовать? И вот таким образом, он, выгнав его, он заставил его проповедовать, как Кунжута. Он просил Шрилу Прабхупаду приехать в Калькутту для проповеди. И таким образом Шрила Прабхупада был вынужден отправиться в Калькутту. А если бы он совершал свой баджан здесь, в уединенном месте, то как он мог бы спасти бесчисленных жив? Как, например, какой-то великий доктор, если будет жить в лесу, то что толку от него? Какие-то великие доктора, они должны жить в каком-то известном месте, чтобы люди приходили и лечились у этого доктора. Это польза, которую доктор может принести обществу. Если будет просто жить где-то далеко, в уединении, то толку нету. И вот Наротама Такура. И вот народ, и вот Локанат Госвами так внешне выгнал Наротама Такура, не из сердца, а просто внешне, а внутри благословил его, и вот Наротама Такура был вынужден идти и проповедовать. И вот, если я хочу объяснить что-то о его, о том месте в Кетури-даме, где народ там явился. Это очень прекрасное место, там река Падма не столь далека. От того места он был сыном Кришнананда Датты и Пурушоттам Датты. Два брата. Кришнананда Датта был младшим. Его сын Наротама Такура и Пурушоттам Датта, он его сын Сантош Датта. А мать Наротама Нарайни Деви. И таким образом он родился, но после этого он необычно родился, как-то особенно. Он был очень разумен, быстро выучил санскрит, всю санскритскую грамматику и прочее. И он с самого детства слушал о Гора Нитьянанде. И можно вспомнить в Парматоле, где
Нитянанда строила прему для Нарутама. И как это према? Падма спросила, как я могу понять, кто такой Нарутам? И Господь ответил, ты поймешь, когда он будет омываться в твоих водах, ты почувствуешь некий экстаз. И вот она... омывался в этой реке Падме, он получил эту прему от этой реки Падме, и он стал другого цвета. Он был Шьямал Варна, а потом стал такого цвета, когда он омылся в этой реке, он, его тело стало такого цвета, как и цвет тела Гауранги. И когда он пришел домой, его не узнали, что он так изменился в цвете. Потом он отправился во Вриндаван. Он был в Говардхаме, в Навадвипадхаме, чтобы получить даршан различных вайшнавов и Шантакура. Он получил его даршан в Амшиватананду Прабху. И Шринивасачарья, я думаю, уже умер, ушел из тела к тому времени. Два брата Шивас Пандита, он получил их даршан. Также он был в Пуршоттам Даме, получил даршан Джаганатха во Вриндаван. И таким образом он путешествовал здесь и там. И И также в Карде, где он получил милость Джанава и Васуда. И вот не только это, но и он был в Акачакре. Он упал без сознания в доме Харай Пандита, где явился Нитянанда Прабху, так и другие святые места он также посетил с великим энтузиазмом, и в итоге, когда он учился у Джива Госвайпада, потом он начал проповедовать. И Нарутам Такур был даже в Манипуре и совершал киртан там. Хотя люди в Манипуре, они Бенгали не понимают. Но все же, когда Нарутам Такур совершал киртан в храме каком-то, сидел на караталах, играл и пел, и все люди рядом находящиеся, они плакали. Хотя Нарутам Такур киртаны пел на Бенгале. Но все же они плакали, поскольку трансцендентный звук, он не Бенгали, не хинди, не английский, он Пракрита Шабда Брама, он всегда вложит какое-то впечатление в ваше сердце. Это обязано. Должно случиться, и поэтому Гурупад Падма дает наставление каким-то иностранным преданным. Это потом было сначала, Гурудев не хотел принимать никаких учеников, а потом вынужден был принять. И вот он говорил, когда Харикатхана Бенгали происходит, все равно вы должны слушать, поскольку Харикатхана Апракрита, она трансцендентна, вы, ваше сердце, оно обретет благо. И Шрила Прабхупада, уже будучи в Южной Индии, однажды он начал говорить на Бенгале, а какие-то ученики сказали ему, что они не понимают Бенгали, говорите, пожалуйста, на английском. А Шрила Прабхупада сказал, что я не говорю ни Бенгали, ни на английском, ни на хинди, ни на тамильском, я говорю Харикатху. И вот Харикатхана Апракрита, она трансцендентна.
И вот Нартам Такур пишет в этом киртане, что птицы и звери, какой язык они понимают, но все же они плакали. И как это было возможно? Нартам Такур так написал, что птицы и звери, они поливали слезы во Вриндаване, все деревья, они тоже поливали слезы. И таким образом, Апракрита Шабда Брахма, трансцендентный звук и трансцендентный саду, если мы поймем, кто они такие, то мы не сможем никогда с ними спорить. И вот Нартам Такур проповедовал по всей Трипуре, Манипуру и прочих местах в той области. И после этого, когда Нартам Такур и вот когда он пришел в свою родную деревню в Кетуре, этот Сантош Датта, там отец его уже умер, а мать тоже, и этот Сантош Датта один остался. И он услышал этих селян, что его брат стал великим вайшнавом и приходит в эту деревню. Он очень обрадовался, побежал и встретил его на дороге, расплакался при встрече, что Нартам Такур великий преданный, и вот он пришел в свою родную деревню и решил получить дикшу от Нартама Такура. И Сантош Датта, он получил посвящение у Нартама Такура. Харинам дикшу получил. Но Сантош Датта попросил Нартама построить храм для освобождения всех обычных людей. Нартама сказал, хорошо, но они были местными царьми. И вот они начали строить какой-то здоровенный храм и большой, в общем, такой храм с размахом начали строить. И вот они установили шесть различных божеств, и это кетуриутсав. Там они это организовали в истории, всей вайшнавской истории такого огромного праздника утсава не было, он не подражаем, бесподобен. Никто не мог организовать такого масштаба утсав. И вот Нартам Такур и Сантош Датта, они организовали такой большой праздник, фестиваль, пригласили всех. Джанави Деви была в то время еще в этом мире, она была Нитянанда Шакти. Она на Вишнуприи не пришла. Я никогда не говорил, что Вишнуприя была. Однажды Джанави Деви пришла, чтобы встретиться с Вишнуприей. Конечно, ее пригласили, но она не пришла. И эта Джанава Деви, она там помогала все организовывать. И она также путешествовала по различным местам, и вот Джанава Такурани, Ачютананда, сын Адвайта Гасай, они все пришли, все группы из Катвы, кто-то пришел, Нарахари Саркар Такур, Рагунанда Начарья, кто еще там был, они все пришли. И участвовали в этом празднике. Никто не мог описать. Вот тысячи преданных из Вриндавана, Пурушоттамы, Навадвипы и прочих мест, они все пришли.
Но этот праздник Сантуждата был великим царем. Это было похоже на Раджасу Яги. Бхакти Ратнакар, он описал это все. Точнее, Нарахари Саркар Такур. Он это все описал и сказал, что это было подобно Раджасу Яги, который Вою организовал Юдхиштхир Махарадж. И вот Джанава Такурани, она была одним из главных организаторов Рамачандра Кавираджи, все прочие. И вот это они хотели установить божество в день Гоу Пурнимы, и вот в Адхивас, предыдущий день, они начали Санкиртану. И вот на следующий день, с самого утра, они начали совершать Санкиртану, поскольку Санкиртан — это главное для установления божества Кришны или Гауранги. Особенно в этот век Кали-юги Санкиртан — это единственный путь без Санкиртаны. Если мы будем что-то делать, это, конечно, можем что-то делать, но в Кали-югу. Если Махапрабху он увидит совершение Санкиртан, то тогда это возможно для него прийти сюда и явиться, как на празднике Кетури, там празднике Кетури, все читания Махапрабху, Нитянанда, Шриниваса Ачарья, Гададхар, они все ушли уже из этого мира, но они опять явились, и преданные видели, что они танцуют в Санкиртане. И вот они видели, что Господь тоже явился здесь и танцует с ними, это естественно. И вот следующий день вечером, во время Абхишеки Гауранги, вот днем было уже Абхишека, и вечером еще одна гора Абхишека, и они приняли Анукалпу, Кадашный Прасад, и накормили всех присутствующих и пришедших. И вот Джанава Мата Такурани, она готовила для божеств какие-то особые блюда. И таким образом различные все эти подготовительные этапы были сделаны, и потом всех накормили прасадом на следующий день, все начали расходиться, и Сантуждата, он расплакался, он не мог позволить преданным уйти. Он хотел, чтобы преданные остались в его деревне на всю жизнь, но что делать, им уходить надо. И Сантуждата, он раздавал какие-то дары пранами и прочее, согласно их потребностям. И вот большинство ушло, но какие-то, как Шриниваса Ачарья, Рамачандра Кавирадж, они решили остаться у него на какое-то время. И вот Наротам Такур. И Рамачандра Кавирадж, они пошли принять омовение в Падме, но по пути увидели два мальчика-брамана, они покупали этого быка и козла. И народ он так подумал, что же, в чем причина. Он спросил: «Вы, браманы, почему вы этих животных тащите?» Они сказали, что мы, наш отец Шиванада Ачарья, он шакта. Вот Дурга Пуджа тут наступает, и отец сказал, дал нам денег каких-то, чтобы мы купили этих животных. Вот мы купили этого
не быка, это, ну, как, не корова, но бык какой, буффало называется, и это буйвола и козла. И вот он сказал, как же вы их можете убить? И он начал рассказывать ему о вайшнавской философии, что все в каждом теле душа пребывает, и мы не должны приносить страдания никому. Как он рассказал всю философию, благословил их. И за короткое время эти дети брахмана поняли, что их отец не прав. Лучше этих животных отпустим. И вот они тащили их, тащили так, и после, выслушав это все, решили отпустить. И вот отец забеспокоился, что два его сына не приходят, одного Рама Кришна звали, другого Харирам. Вот один Рама Кришна или, а другой Харирам или как-то так. И вот отец ждал, беспокоился, послал каких-то посланников искать, что с ними случилось, пошли искать, не нашли. В итоге искали, искали, опять нашли, что они тут побрились, Харинам получили, непонятно у кого. И вот этот Харирам получил дикшу от Рамачандрика Раджа, а Рама Кришна от Нарота Матакура. И вот они совершали какую-то гуру-севу, и тут отец пришел, разгневался, как это, мы тут шакты выше, чем вайшнавы, кто вообще вайшнавы, такие какие-то попрошайки, а вы тут позорите меня, я тут уважаемый человек, а вы такое сделали. И вот отец так сокрушался и организовал какого-то знаменитого пандита, чтобы он переспорил их, что вайшнавы с какой-то низкой кастой, мы следуете им. Мы тут из знаменитой семьи происходим, а вы тут неизвестно чем занимаетесь. И вот они позвали пандита, но пандит не смог их переспорить. И Шивананда начал оскорблять Наротама. Ты шудра, как ты мог дикшу браманам дать, варнанам, брамана гуру, вот так говорится в шастрах. Но ночью Дурга пришла к этому оскорбителю, сказала, что ты совершал великую ошибку. А еще какой-то этот учитель Нарутама оскорбил, назвал его шудрой, и в эту же ночь заболел проказы. И Деви тоже пришла к нему во сне, сказала, чтобы он пошел и извинился у лотосных стоп Нарутама, и тогда ты исцелишься, иначе нет никакого пути. И он пошел к Нарутаму, и Нарутам посоветовал. Он простил его, и он исцелился таким образом. И таким образом, постепенно все люди с близлежащих деревень, они пошли к главному царю пожаловаться, что ты здесь находишься, а общество разлагается, а почему? Вот какие-то шудры дикшу браманам дают, это вообще непорядок. Мы тут браманы, у нас какое-то почтение есть, уважение, а вы тут ничего не делаете. И вот царь. Забыл, как его зовут точно. Но так или иначе, был достаточно такой знаменитый царь с каким-то пандитом, он... In between from Mithila, one pandit was invited.
вот какого-то пандита из Митхилы пригласили, и Шивананда Ачарья хотел с ним спорить, но не мог прийти, а точнее, не был успешен, и другие люди из деревни начали жаловаться царю, и царь другого пандита пригласил, Дигвиджая пандита. И вот все они пришли вместе со своими учениками, этот Дигвиджая пандит, они пришли к Кетуре, хотели спорить с Наротамом, что они лучше их, а эти вайшнавы с низкой касты происходят и прочее. Да, вот там так он не беспокоясь ни о чем, поскольку он всегда ждал милости Нитянанды. Да, вот там так он олицетворение милости Нитянанды. И Шринивас Ачарья, он олицетворение милости Гауранги Махапрабху. И Шимананда Прабху, он олицетворение милости, полной милости Адвайта Гасая. И вот сейчас Рамачандра Кавирадж и Ганга Нараян Чакраварти, она из Гамбхилы. И вот когда услышали от Наротама Такура, они изменили свое умонастроение, они тоже с Мартами были раньше, но потом поменяли свое умонастроение и предались лотосным стопам Наротам Такура, получили посвящение у него, это они одни из главных учеников его, и вот они решили пойти в Кумарграм. И вот в сторону Кетури, там большая деревня, достаточно важная, Кумаргаун, как-то так. И вот они хотели какой-то пандал построить, какую-то палатку, точнее. Но они еще издалека, поэтому решили там отдохнуть в этом месте, в своей палатке. И вот они пришли, Ганга Нараян Чакравати, на рынок и открыли там, хотели палатку этих глиняных горшков. А Рамачандра Кавирадж, он магазин этого бителя. И вот они сидели там, продавали, и у них лила такая была. И пандиты ходили, что-то покупали у них. И тем временем эти ученики на санскрите говорили, когда они пришли спросить, они на санскрите спросили, почем горшки, они на санскрите ответили, в общем, разговорились, начали спорить. И люди вокруг, ну, который листья бытеля продавал, тоже на санскрите им ответил, и вот они разговорились и разгромили их, кто такие вайшнавы, кто такой Вишну, как Брахманда существует, и вот они полностью разгромили их. И царь узнал, и все пандиты, что... И царь сказал, сколько у вас там на базаре какие-то ученики Наротама разгромили.
то как вы можете осмелиться спорить с их гуру? Так что давайте уходите, не позорьтесь тут. И вот в общем они так ушли, и все проблемы кончились. И Нарутам Такур, он проповедовал в Манипуре и тех близлежащих местах. И после этого этот заминдар, он тоже получил дикшу от Нарутама Такура, и тысячи преданных они получили дикшу от Нарутама Такура. И Шамананда Прабху, он тоже такую лилу являл Арисе и Меднапуре, и в Бакуре Шинивасу Ачарья. Махарадж был там, где этот Бирамбир Раджа получил мантру. А это место смартов. Я видел там божество Дурги. Она из глины сделана еще 850 лет назад. Это было просто полностью место смартов и шакт. Но потом они стали вайшнавами. По милости Шринивас Ачарьи, и Шамананда Прабху тоже шутил. Then Rasikananda Prabhu speaking, disciple of the disciple, you give Harinamandi Kathya. Вот и Расикананда, он, когда к нему кто-то приходил получать Харинам, он иногда отправлял их получать Харинам к ученикам своих учеников. А это для того, чтобы понять, что, как понять и увидеть, как мантра и сила этой мантры, она течет через наставническую преемственность. Мы должны думать об этом. Почему? Поскольку как он мог сказать какому-то ученику своего ученика, чтобы он дал дикшу какому-то человеку. И таким образом Нарутам Такур, он также совершал киртаны там. Я уже сказал, что Нарутам Такур, он был здесь также, а Сантуждата заботился о том храме, который они построили, но тем временем. Однажды Нарутам Такур отправился в какую-то деревню рядом с Хитури. Там был какой-то прекрасный браман. И вот браман, он... Жаловался, что там место, где зерно хранят. А что они построили какое-то зернохранилище, и там змея завелась. Когда они заходили, там эта змея, она угрожала им. И вот Нарутам Такур сказал, не проблема, я пойду, открыл дверь этого зернохранилища, увидел, змеи там нет, только божество Гуру Вишну, он взял их себе и установил там, впоследствии было установлено в другом месте. Да, вот он так, он принял решение остаться в Гамхиле, не в Гамхире, а Гамхиле. Это место рядом с Мурсидабадом где-то. И достаточно давно, лет 20 назад, Ришикеш Махарадж, он учеником был Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа. Он был очень дружествен с Махараджем. Он ученик получил Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа, был инчарджем, настоятелем. Сочетание Гудиматов в Калькутте, до того работал финансовым министром финансов.
И вот он дал мне наставление, что я должен поехать туда и узнать, что там в Мурсидабаде происходит. И вот я поехал, доехал до Мурсидабада, там был какой-то репортер местный. Он не вайшнава был, но такой доброжелательный был. И вот он показал места, которые там были. И после этого до Гампхилы мы с ним доехали. У него было какие-то знакомства в том храме, и я пошел, посмотрел, что за божество там. И он хотел узнать, что за божества, откуда появились, кто установил и прочее. И я увидел, что они сахаджи. Я смотрю, они все кланялись какому-то преданному, который был, ну, мужчина был одет в женскую одежду. И ему все кланялись. Это, ну, оделся в одежду гопи, и все кланялись. Я подумал, что за ерунда. И гопи баджан таким образом невозможен, но так или иначе Ришикеш Махараш меня послал туда разведать ситуацию. И вот я, Махарадж, узнал, что за парампара, как баджан совершают, но увидел, что они полностью одурачены. Они вообще абсолютно не следуют ни Нарутам Такуру, ни Шриниваса Ачарья, ни Рамачандри Кавираджа. Они полностью отклонились. Ну, божеством я поклонился, что делать? Я как шпион поехал туда разузнать, что, где, когда. И вот ночью сел на поезд и вернулся назад. И вот место важное, но нельзя этого отрицать. Место это важное, поскольку это то место, где Нарутам Такур, Шриниваса Ачарья, Рамачандра Кавирадж, они совершали баджан, но, к сожалению, люди, которые там живут, отклонились от их пути. Сейчас нет недостатка денег или еще чего-то, но единственное, что не хватает всего миру, это должное руководство. Я, подобно льву, пытаюсь донести это, что единственное, что у нас не хватает, это должного руководства. Это главная проблема, и никто не хочет показать то, что сказал Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати. Поскольку если говорить о том, что сказал Шрила Прабхупада, то многие люди, они будут показаны в том свете, в котором они и есть на самом деле. Что такое Гаудия Мат? Гурупад Падма, он обычно говорил, что без наставлений Шрилы Бхактисиддханты Такура и Шрилы Прабхупады никто не может поддерживать Гаудия Мат. Гаудия Мат автоматически может существовать, если мы будем следовать принципам Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактисиддханты Такура, их учению. Это особенность Гаудия Мат. Это не значит, что у нас есть миллионы долларов, и можем открыть Гаудия Мат здесь и там. Это не Гаудия Мат, это просто конструкция из цемента и кирпичей. Но Гаудия Мат может явиться по милости Шрилы Бхактисиддханты Такура и Шрилы Прабхупады. Даже если вы видите, что Гурудев может призвать Гаудия Мат, то этот Гаудия Мат, он снизойдет по милости Шрилы Прабхупады. Гаудия Мат не какое-то дешевое место, где можно использовать свою какую-то ложную философию и прочее. И таким образом, это то место, где Нарутам Такур, он
подружился с Рамачандрой Кавираджем. Я уже сказал, он был большим, они были большими друзьями. И это то место, где они совершали баджан. Однажды Нарутам Таку он побил Рамачандру Кавираджа веником. Рамачандра ничего не ответил. И когда Нарутам Таку пошел, потом хотел он хотел сделать ему массаж, но увидел, как вся спина красная. Он вспомнил, почему так. Он сказал, то есть, видишь, меня побили недавно. И когда Нарутам понял, когда он Нарутам бил Рамачандру Кавираджу, а Шринивасачарья был побит. Когда Нарутам... И тогда Нарутам решил сжечь свою руку, поскольку я захотел эту руку, я побил Вайшнава, я хочу сжечь ее. И вот он решил так, но когда он... What kind of dangerous people? Morning time beating me by boon and evening time taking а, еще не Васачарья, он говорил вслух, какие опасные люди меня окружают. Утром бьют меня веником, а вечером хотят сжечь свою руку в огне, которую меня били. И тогда он понял, что что-то не так делает, и принял, и попросил прощения у него, и с тех пор Нарутам Такур. Он, кроме Рамачандры Кавираджа, Шринивас Ачарьи, Гуранги, он ничего не знает. И поэтому Нарутам Такур в итоге вынужден был написать этот... И как наш Вамшидас Бабаджа Махарадж, он говорил на дакском наречии Бенгалии, что вы можете только говорить, а тот, кто, у кого, кто, кого приполняет чувство, как он может говорить, как вот в этом киртане говорится. И на вот этом своем киртане поет, пишет такие строки, сколько слез, сколько... Какое чувство было у него, когда он писал эти строки? Вот это Рамачандра Сангамаген Наратамадас. Вот эти строки, когда он писал, какое чувство, какие чувства его приполняли. Вы думаете, это шутки? Какое чувство разлуки, какое сильное, огромное чувство разлуки было в нем, и поэтому он плакал, как сумасшедший. Он говорил, я хочу разбить свою голову о камень, я хочу жить себя в огне, я не хочу жить больше, и куда же мне пойти, чтобы обрести даршан гауранги? Это не шутка. Какое чувство, огромное чувство было в его сердце. Мы никогда не можем забыть Нарутама Такура. Это вайшнавское общество никогда не сможет забыть Нарутама Такура за его вклад, поскольку все сандарпи, все книги, написанные Госвами, для нас невозможно это все читать, они очень сложные, запутанные. Санскрит нужно только знать идеально. Но если мы будем изучать то, что написал Нарутам, то будьте уверены, вы получите тот же результат, что от изучения книг всех наших Госвами. Вы получите суть всех этих писаний. Нарутам и Шринивасачарья, они испахтали этот океан писаний и извлекли суть для нас. И я, сидя на Вьясасане, говорю, если вы будете изучать только киртаны, написанные Нарутама Такуром, Бхактивинода Такуром, это более чем достаточно. Вы достигнете гуранги, если вы достаточно искренни. А если вы лицемерны, я не могу пообещать этого. Если вы находитесь в
авторитетные настоящие гуру Парампари. И сила вашей мантры, она тоже, вы получили вашу мантру из должного источника, и следуйте настоящим Шикшагуру, следуйте киртанам Нарутам Такура. Мы каждый день должны петь его киртаны. Из Партхана Прамабхакти Чандрика этого более чем достаточно. Я открыто провозглашаю это, что этого более чем достаточно, не просто достаточно, а более чем достаточно, с помощью которых мы можем обрести Бражарасу, Рагануга Баджан, Рупануга Баджан, что нет. Нарутам Такур пишет все. И вот можно, если мы будем петь, слушать эти киртаны, с каким огромным чувством они написаны. Shamsharo va shunamuro kame tuchho hobe Vishaye chariya kame shuddho hobe mano Kame hamhe rabo sri vindavano. Are you? You are already from Vindavan. You've been there for long time. Well, no, I have never seen Vindavan. This is Siddhanta. И вот Сиддханта в этом киртане, что он хотя был во Вриндаване, но он говорит, что не видел Вриндаван. И вот он в этом киртане говорится, когда же? Хотя он получил дикшу во Вриндаване, но Нарутам Такур, он со своего смирения говорит, что он не видел настоящего Вриндавана. Рупа. You are going to jump Rupa Raghunath, everybody, and go into Rasa Tattva directly, without any bhajan. I can try to discuss. Be careful there. There from Bhagavatam, I can show you. Я могу показать несколько шлок, с помощью которых можно доказать то, что как Вишванат Чакравати Пад говорит, как наша Гурвага говорит, как Рупануга Баджан возможен. Наша Гурвага, как сила Кешава Госвами Махараджа, идеальным образом объясняют это. И вот Махарадж может вот эту шлоку объяснить, в которой показывается, как это возможно, что Нарти есть, но все же мы можем вступить на путь Рупануга Баджана, но можно неправильно понять и неправильно толковать эту всю философию, но этого не нужно делать, это моя просьба. Тысячи людей одурачены, даже сотни тысяч людей одурачены, могу сказать, но нам не нужно это делать. То, что говорит наша Гурвага Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакур, я могу найти это и показать вам опять под руководством нашей Гурваги. Я покажу вам, как можно вступить на путь Рагануга Баджана. Нарутам Тхакур Шрила Бхарати Махарадж, он объяснил киртаны. Но у меня времени нет. Если у меня будет время, больше по милости Гурваги Шикша и Дикша Гуру, я могу объяснить более подробно. И вы увидите, что в этом киртане все описываются, все чувства. В Рупануга Баджане все есть, и мы должны следовать Нарутам Такуру, его Практане и Прамабхакти Чандрике Сахаджи объясняют это все неправильно. Сахаджи говорят, что нужно оставить тело, родиться как гопи, но с одной точки зрения это так,
Но что значит Гопибхава хойбе сабав? Народом такого. Он пишет об этом, как это понять правильно. Это очень сокровенные вещи. Какова философия Наутам Таку, он описывает, и в один из дней я могу объяснить Наутам Таку, Бхактивинода Такура, они дали нам великое сокровище, а мы глупы, у нас нет знания. Но Горкишор Бабаджи Махарадж, он, у него всегда была Парахтхана и Прима Бхакти Чандрика, только эти две книги из всего имущества. Это все, что у него было. И вот таким образом Горкишор Бабаджи Махарадж хотел показать: о, люди, вы хотите показать, что вы великие пандиты, но что толку, если вы не обретете милость Гурварги? Люди могут предложить вам гирлянду, омыть ваши лотосные стопы, но какое благо вы получите от этого? Зачем вы теряете время? Почему вам не петь эти киртаны? На Утама Такура мы должны петь эти киртаны и не останавливаться в тот день, когда вы остановите воспевание киртанов, наступит духовная смерть. И под руководством Гурварги Наротам Такур написал всю Расататву. И умонастроение Радхарани также описывается здесь очень, в этом прекрасном киртане. Мы не можем представить даже, мы можем обрести все. Мы не должны пытаться перепрыгнуть через определенные шаги. Мы должны следовать Наротам Такуру, нашей Гурварге. И тогда мы обретем бхакти, которая является естественным состоянием души. Мы должны следовать тому пути, который показал нам Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакура. Если мы будем перепрыгивать через какие-то важные ступени, то это очень опасно. И вот та шлока, с которой Махарадж начал. Короти адиджат сакалам парасмай нараяньети самарпайета. This means Нараяна Кришна, Нараяна Гоура. Это значит Нараяна, это он Кришна, он же Гоура. Что бы мы ни делали, все мы должны посвятить лотосным стопам Верховного Господа. Мы не должны ничего делать для нашего личного блага, если мы хотим стать успешными в этом жизни. Мы не должны следовать им. Кто-то говорит ложь. И мы должны, не должны оставлять ничего для себя, все сердце. Мы должны посвятить Наротаму Такуру, Бхактивинода Такуру, и мы станем успешными.